Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие зрители канала Лазарева Тут. Мы с вами в прямом эфире. Говоря мы с вами, я говорю не только про меня и про моего гостя, но еще и про вас, которые полноправные участники этого эфира. Пожалуйста, пишите ваши вопросы в чат. Пожалуйста, ставьте лайки уже хотя бы потому, что наш сегодня с вами гость – это моя прекрасная подруга, писательница Нарине Абгарян. Здравствуй, Нарине, дорогая. Здравствуй, Таня, дорогая. Ужасно рада тебя видеть. И я тоже. Вообще говоря, мы с тобой не так часто, не так уж часто и глубоко общались. Да. Поэтому я тебя и предупредила, что это прямой эфир. Пожалуйста, будь осторожнее. Мы можем с тобой загрести, знаешь, в такую, в какую-нибудь... Не позорит. Да, постараемся не опозориться с тобой. Мы с тобой это умеем, блин. Но нам как раз все это все не страшно, потому что, знаешь, я как раз с этого, наверное, начну. С вопроса от меня. Знаешь, меня так периодически ставят в тупик, когда говорят про институт репутации, который вот есть у некоторых людей. И меня как-то там просили рассказать, каким образом я вот смогла, значит, сохранить свою репутацию. И поэтому я вот у тебя тоже хочу с этого начать. Что такое репутация вообще для тебя? И связана ли она с твоим вот каким-то внутренним стерженем, который ты не можешь предать? И что это такое? Репутация вообще очень важная штука. Мне кажется, любой человек, который более-менее себя уважает, он, наверное, должен отдавать отчет, как он себя ведет, к чему могут привести его действия не только по отношению к его близким, но и вообще к людям, да. И мне очень важно, по крайней мере, какие-то свои мысли, опыт, который я получила за свою жизнь, доносить до людей, да, мне это важно. И если у меня есть какое-то количество репутации, которое помогает донести какие-то мои мысли, для меня это большой подарок. На самом деле, мы сейчас живем в очень непростое время, и любая вот крупиночка, любой совет добрый, не граблей, а именно это любящий, как-то нежный, как-то поддерживающий, мне кажется, он очень важен. Вот из таких крупиц, мы, в общем, используя такие крупицы, штопаем вот ту надежду, которая у нас была. Мы же ее изрешетили, в общем. И продолжаем это делать. Скажи, пожалуйста, это очень такая большая забота о людях. Ты знаешь, это, может быть, даже показалось бы таким пафосным, да, что ты тут, значит, всем доброты раздаешь. Если бы я точно так же как-то не рассуждала, потому что я тоже считаю, что я очень многим людям, это тоже так странно, мне достаточно знать, что одному кому-то вот я помогла каким-нибудь эфиром, там, знаешь, когда кто-то пишет там, о, спасибо, я задумался, блин, я такая, о, слава богам. Вот поэтому, конечно, это важно, то, что ты говоришь, это очень важно сейчас, а вот ты-то у кого черпаешь? Ты же не всегда в тонусе, ты же не всегда в таком состоянии бодром, я же знаю. Да, очень тяжело. Мы в таком очень довольно тяжелом стрессовом состоянии. Я-то вообще почти 35 лет мы сидели с сестрой, сегодня считали и офигели просто, потому что одна война, потом вторая война, потом ковид, потом вот это все, это очень долго тянет. Mm-hmm. Я бы хотела все-таки про вот эту нашу уверенность, да, что мы кому-то что-то несем. Мне кажется, она очень просто объясняется. Мы, в общем, у нас у всех блоги, у нас есть читатели, и мы с ними общаемся, мы что-то до них доносим. И если эти люди подписаны на нас, если они нас читают, то мы как-то совпадаем, да, с мыслями. И это такой нормальный обмен, мы тоже от них много чего получаем. Как я подпитываюсь? Я заставляю себя читать книги. Это очень сложно. Раньше для меня это было самое прекрасное времяпрепровождение. Сейчас буквально каждая книга – это пытка. Я себя заставляю. Потому что у тебя голова может от того, что очень огромный поток информации, ты постоянно в нем живешь, ты не можешь вынырнуть из него. Я вот, допустим, читаю, сейчас я читаю Макса Фриша, да,
И мне очень сложно сконцентрироваться. Страница вторая, третья, и я уже начинаю думать, а что там надо открыть телегу и прочитать, посмотреть, что произошло за это время. Потому что обязательно что-то произошло. Понимаешь, нам не дают просто выдохнуть. И, наверное, это тоже какое-то, да, такое наркоманская какая-то зависимость от новостей. Но мы же не можем жить вне контекста, правильно? Он формирует нашу жизнь, в общем, жертвы всего того, что происходит, в том числе. Поэтому, ну, я себя вот чем, как я черпаю, да, возвращаясь к этому вопросу, я заставляю себя читать книги. Я готовлю много сейчас почему-то, понимаешь, это меня успокаивает. Класс. У меня... Повезло тому, кто с тобой рядом сейчас. Ты вкусно готовишь хотя бы на Рене? Или ты учишься? Да, честно, я вкусно готовлю. Меня это заложили еще в детстве. Я помню, первую свою яичницу приготовила, когда мне было 5 лет. Поэтому сейчас тем более YouTube, можно зайти на канал и посмотреть, как готовят люди. Я много готовлю, я постоянно убираюсь. Понимаешь, чем больше бардак в мире, тем чище у меня дома. Я не знаю, чем это объяснить. Это тоже какой-то невроз. Я всегда была таким очень бестолковым аграрием, я даже кактус сгубила. А сейчас мы снимаем квартиру, вот этот маленький такой палисадничек. И я там развела какие-то растения, и они внезапно цветут. Это такое счастье. Я сейчас знаю, что такое суккулент, и как за ним ухаживать, Саня. Как ты пытаешься как-то упорядочить свою жизнь, хотя бы, когда хоть твоя жизнь как-то более или менее выглядит человечески, можно плясать от этого. А когда и там бардак, и тут бардак, везде больно, конечно, ложись по мирам. Ну да, это, знаешь, это исходит из того, что, ну, то есть настолько мир вокруг в хаосе и неконтролируем нами, да, а нам же нужна какая-то уверенность. И вот давайте хотя бы контролировать. Вот я приготовила, о, класс, контролировала, мешала ложкой, получилось вкусно. Суккуленты, опять же, или как они там? Суккуленты. Они не капризные, можно вот начинающему, как говорится, садоводу, можно начинать с суккулентов. Они Подожди, подожди, это еще начало. У меня помидоры растут, понимаешь? Боже мой, мне расти, не расти до тебя. Но, Таня, я купила камень в духовку для пиццы. Офигеть. А? Уели тебя? Уели? Нет, нет, я не готовлю вообще. Боже. Приезжает Тося, я чуть-чуть себя беру в руки, а так вообще нет ни на что сил. Вообще силы, конечно, как ни странно, оказывается, что силы нужны на очень многое. То есть как бы для тебя совершенно всегда было нормально там готовить, кормить детей, прибирать в квартире. А сейчас такой ну, как бы распыление этих сил, что ты понимаешь, что подождите, а куда они у меня уходят-то? А, понятно, куда. А проснулась, новости почитала, и все. Можем умирать. И вот это, да, переживательность во всю эту. Так, значит, смотри, я еще раз скажу здравствуйте всем нашим зрителям. У нас уже вот, например, есть два. Знаешь, обычно люди первыми любят, когда их... Вот, например, Руслан Иванов написал «Добрый вечер». А вот человек, не знаю, кто мальчик или девочка, который называется «Свободу пяткам», написал «Нарине Абгарян и сердечко», значит, тебе. Спасибо большое. Ник-то какой классный. Свобода Спасибо, люди пяткам. Вот. пяткам. И дальше смотри. Здравствуйте, дорогие Нарины, люблю, читаю, полюбила Армению по книгам. Представляешь, весной первый раз была в Ереване, это было прекрасно. Мира Армении нет войне. Спасибо. А пишет Надежда Петрова, добрый вечер, Кыргызстан с вами, замечательно. Любимая писательница, всего лучше, любимая, светлая, прекрасная Нарине. О, боже, какая гостья. Спасибо вам за ваши книги, Нарине. Последнее время немного художественных книг, которые я читаю. Вот видишь? Спасибо, Да, спасибо. и она же продолжает. И читала именно ваши, очень теплые книги. А теперь я воспользуюсь своим, знаешь, как это называется, коррупционной составляющей. И почитаю. Не, я знаю, что люди не только пишут, и там приятное, ты можешь любой вопрос задавать, Тань. Это не Нет? совершенно. Ты представляешь, пока пишут, вот вы крутые, вы очень милые, спасибо вам. У меня пока сейчас, погоди, сейчас набегут еще, не волнуйся. Сейчас придут, блин. Но я про что говорю, что я первым делом воспользуюсь своим правом хозяйки этого канала и задам вопрос, который мне написала моя сестра сегодня.
Она просто живет в Новосибирске и сказала, что она вряд ли доживет. Ну, в смысле, до этого времени, это уже там поздно. Вот, значит, она мне написала такой большой текст: «Наринэ, дорогая Наринэ, у меня дома 4 ваших книжки, и я их все обожаю. Читаю ваши посты в Фейсбуке, часто смеюсь, иногда плачу. Вы очень искренняя и открытая, тонко чувствующая. Наверное, нужно большое мужество, чтобы в своих книгах открывать душу незнакомым людям. Восхищаюсь вашим писательским даром, щедростью вашего таланта. Это магия, когда буквы и слова могут заставить человека испытать сильные чувства, как будто они реальные. Столько любви и тепла от вас идет в мир». Боже мой, мне кажется, она тоже писатель, как и ты. «А что вам сейчас помогает справляться с этой всеобщей бедой, с темными силами, которые злобно гнетут? Где вы берете силы, чтобы продолжать творить? Как получается, что вы не ушли в себя, не закрылись, не свихнулись? Продолжаете писать потрясающие тексты, которые дают нам всем возможность дышать, оптимизм, веру, что будет все хорошо. Спасибо вам, будьте здоровы, берегите, пожалуйста, себя». Вот как раз, собственно, то, о чем я и пыталась. Как получилось, скажи. Ну, точнее, вот, знаешь, такой сложный, может быть, вопрос, ты уж прости, и тоже меня останавливай. Так вот, Елена Фирсина параллельно пишет: «Татьяна выглядит ужасно, с лицом надо что-то делать, срочно. Вы уж простите, Елена, я все-таки доведу прямой эфир, а потом срочно что-нибудь сделаю со своим лицом». Ты, пожалуйста, напомни мне, чтобы я потом рассказала про итальянских женщин, как я их люблю. Можешь прямо сейчас рассказывать, я свой вопрос. А для меня это было такое шоковое совершенно. Я, когда впервые приехала в Италию, я увидела потрясающих итальянских женщин, которым 70-80 лет, которые любят каждую свою морщиночку, каждую не какую-то неидеальность своей внешности. Но они настолько великолепны в этой любви к себе, уважении, в этом абсолютном комфорте своем, потому что это очень важно. Понимаешь, вот у меня морщины, у меня нос не такой и так далее. Можно об этом, конечно, говорить и переживать, да? А можно полюбить себя такой, какой ты ешь. И мне кажется, это очень важно, Таня. Мне очень важно, мне очень нужно, чтобы человек... Тебя природа для чего-то создала таким? Ну, с таким носом. Да, да. Ну вот, люби это. Конечно, естественно, мое тело, мое дело. Как хочешь, так и живи. Но вот эти фантастические итальянские женщины. Ей 75 лет. Она вышла с утра выпить кофе. Она сидит там за столиком. Она вся в морщинках, в каких-то жемчугах, в какой-то невероятной кофте. Она подтягивает, значит, этот кофе. И она вся какое-то совершенное произведение искусства настоящей женщины. Я однажды увидела бабушку, ну бабушку, она бы, наверное, меня убила за слово бабушку, ну и был под 80, на мопеде, Таня, с желтым огромным шарфом, и с, там у нее была такая корзиночка, и там был большой букет роз. И она вот в этом мопеде, значит, куда-то ехала, это было настолько красиво. Я говорю: боже мой, вот оно, вот оно, вот оно, вот как надо жить. Вот я хочу, чтобы, это очень важно. Это очень важно, мне кажется. Я с тобой согласна абсолютно. Я, в отличие от женщины Елены, тоже совершенно спокойно отношусь к тому, как я выгляжу. И ты знаешь, я, честно говоря, еще изначально, я же кучу переиграла этих дурацких ролей в ОСП-студии, и как только мы там себя не коверкали. И я совершенно не отличалась от мужиков этим. Я всегда понимала, что, ну, красота — это не мой самый там, знаешь. Есть, конечно, красивые женщины, которых там Бог не обидел таким носом, как у тебя, и всем остальным. Им очень важно всегда так выглядеть хорошо. А нам, в принципе, и так. И нам и так хорошо. Когда кто-то мне говорит, что что-то нужно делать. Окей, я просто так решила тебя повеселить. Возвращаясь к вопросу Оли, она там спросила очень важную вещь. Почему? Мы же друзья в Фейсбуке, я знаю, как твою сестру. А, да. Она спросила про то, были ли у меня какие-то минуты молчания, черной тоски и прочее, прочее. Безусловно, они у меня были. Я могла писать, допустим, неделями. Это физически тяжело дается. И когда, например, началась война, то есть у нас сначала случилось поражение в 2020 году, мы и так были убиты совершенно, а тут начинается война с Украиной, и я замолчала надолго, потому что у меня родители с ковидом лежали в больнице реанимации, оба два. И мы постоянно были на связи с сестрами,
Они постоянно мне что-то писали. Я помню вот первое сообщение, которое я получила от сестры. Он напал на Украину. 24-го там утром. В 4 часа она меня подняла, и я думаю, что-то. И я помню, и я замолчала надолго. Это был очень, да, ну, наверное, месяц 4-5. Ну, то есть мне хотелось что-то написать. Мне иногда писали люди, вы что-нибудь скажете. Что сказать, ты прямо в шоке, ты вот в этом состоянии я пребывала очень долго. Я помню, наверное, первый пост я написала уже в апреле, когда я поняла, что вот это общество, которое сейчас находится в шизофреническом состоянии, они начнут совершать те же ошибки, которые совершали мы. И мне очень хотелось уберечь. Я написала пост о том, что, ребята, только не ссорьтесь. Уехавшие, оставшие, никто никому ничего не объяснит. Никто никому не докажет. Просто не ссорьтесь. Просто по возможности поддерживайте другое. Потому что ничего вы не можете, ничего вы больше не можете сделать. Естественно, никто меня не послушался. Это и понятно, да? Но хотя бы я это написала, да. И все, что ты могла написать, это было вот это, да. Ну да, я там писала потихонечку, что-то писала, мои ощущения, мои страхи и то, как я все это переживаю. И мне, конечно, очень хотелось утешить людей. Понимаешь, в этой ситуации, когда у человека, допустим, оторвало ногу, он кричит от боли, как ты можешь его вообще утешить? Вот он в своей боли, он кричит, и ты никак не можешь ему помочь. Что ты можешь сделать? Мне казалось лицемерием писать что-то. Как я помогу? Ну да, только как бы сохранять себя. Ты же тоже, я как раз вот и хотела добавить, ну, Олечкин вопрос, еще таким более глубоким и более страшным, на самом деле, для меня. Не знаю, если тебе это больно, но получается, ты же сама уже сказала, что вы с сестрой уже 35 лет в этом живете. Слушай, а чему учит война вообще? Ой, очень многому она учит, и я бы не хотела, чтобы люди вообще этому учились. Первое, чего ты не хочешь. Но, к сожалению, ну вот видишь, они не убереглись фактически. Она многому учит, она учит тому, что она отвратительный, очень сильный соперник, который ненавидит тебя всей душой. Вот единственная ее цель – уничтожить тебя, если не физически, то морально. Сделать из тебя какого-то калеку бездушного. И вся твоя борьба, вообще самая тяжелая борьба, мне кажется, это просто оставаться человеком в любой ситуации, что невероятно сложно. Чему учит война? Тому, что если она приходит в этот регион, она потом оттуда долго не уходит. Если даже какие-то мирные договора заключены и орудия не стреляют, то эта война там 50-60 лет кружит над этим регионом. А очень сильно после войны начинают болеть женщины. Чудовищные. У нас была чудовищная кривая по онкологии, по тяжелым психиатрическим, психологическим и психиатрическим всяким отклонением. Очень много было сумасшедших. Особенно молодежь, которая держится во время войны, да, ну, страх он же уже калечит человека. И очень много было сумасшедших. И, допустим, девочки, которые, там, которым 10-13 лет, в военной обстановке им холодно, голодно, в это время формируются их женские органы. И потом у них бывают проблемы, они могут и не родить. Может случиться бесплодие. То есть огромный кластер проблем, которые, я не знаю, может кто-то этим занимается, но мы об этом не читали. Нам никто об этом не рассказывает. Мы фактически на своем опыте все это познаем, да, и я об этом периодически что-то пишу, рассказываю, но я понимаю, что это бессмысленно, Это все равно опыт, который люди должны пройти да. сами. Ну как? Не то чтобы должны, не дай бог, но ты не можешь со стороны ничего им рассказать и сказать, смотрите, как будет. Потому что я с тобой согласна, мы живем в каком-то в совершенно новом мире, к которому у нас нету навыка. Ну ладно, мы там с тобой еще читали книжки про войну зачем-то. Ну то есть вот про это все, знаешь, ну почему-то, я не знаю, я очень много читала книжек про войну, и это было травматично, в общем, для меня в детстве. Зачем-то у меня до сих пор этот страх какой-то внутри есть. А вот эти новые дети, они же вообще, ну я, прости, про своих буду говорить, у меня мало читающие дети, так получилось.
И они, тем более, уж точно ничего не читали про там. Ну, может, когда маленькие были, там я им что-то там читала, какие-то эти. Вот. А сейчас для них вот этот новый мир и эти навыки, которые для нас, может быть, даже и, ну, окей, для вас-то вообще, для армян, да, то есть вы в этом мире живете уже давно. А вот для вот этой новой войны, для вот этих людей, которые только сейчас вот это все включились, и это действительно какой-то такой новый опыт, который очень травматичный будет. Ну ладно, что-то мы это самое. Так, подожди, вот тут комментарий, значит. Добрый вечер. Какая гостья? Мы как раз с дочками читаем Манюню. Приятно. То есть все-таки решено, все-таки это детская книжка. Я не знаю, правда, какие возрасты у Яны Павловой дочки, может, им по 30 лет тоже уже. Но все-таки это дискуссия вечная. Детская эта книга или не детская? Слушай, я ее писала не как детскую. А вот я же писала для взрослых. Интересно, да? А ее полюбили дети, и мне писали мамы, которые возмущались тем, что я в детской книге употребляю слово «жопа» или «климакс». И каждый раз мне приходилось оправдываться, что вообще-то автор не предполагал, что его книгу будут читать 7-летние там дети. Заберите у ребенка эту книгу, надо было с ним прямо строго. Вот, получилось, что без вины виноватые. Но все равно это большой комплимент, потому что, мне кажется, дети самые искренние читатели. Иногда ко мне на подпись приходили дети с книжкой «Манюня», и видно, что они ее читали везде. Она в земле, она там промокла по 5 раз, там, значит, шоколад, там кусок бутерброда, там что-то еще. И они такие извиняющимся тоном. Вот книжка, как бы, она не очень ухоженная. Я говорю, это комплимент для автора, понимаете? Это комплимент. Приносите вот такие книжки. В общем, счастье большое. Да, хорошо. Ура, пишут. Потрясающий язык, юмор и любовь в книгах. Дальше пишет. Выпьем за здоровье Ильи Валерьевича. Давайте. Я не знаю. Знаешь, я думаю, это у тебя какой-то Илья Валерьевич. Например, человек Чука Гек, который называет себя Чука Гек, он пишет. Нарине Джан, расскажи, за какого персонажа ты вышла замуж? А был такой персонаж в книге? Это я в комментах у себя написала, что у нас... Ну, я вышла замуж прошлым летом, Тань. У меня вообще почти половина ленты переженилась за это время. Это тоже удивительное состояние. Мне кажется, люди вот в этом лихорадочном состоянии, они просто искали какие-то смыслы в жизни. Они цеплялись друг за друга, чтобы как-то выжить вместе. И у меня очень много девочек и мальчиков в ленте, которые вот женился там 3 месяца назад. Неудобно им, ну, постить фотографии. Все-таки не та ситуация, чтобы ты там какие-то со своей фотографии, да, вывешивал. А фактически у меня тоже получилось так, что я вышла замуж, видимо, в состоянии аффекта, вот честно, я признаюсь. Потому что я никогда замужем не была. У меня была какая-то фобия. Официально я никогда замужем не была. Мне почему-то казалось, что это моя вот эфемерная какая-то свобода, да, что ты можешь, что у тебя есть возможность хлопнуть дверь и уйти в ночь без чемодана, без всего, понимаешь? Дура. Но в любом случае, понимаешь, вот это вот какой-то такой флёр такой. Вот, мне почему-то казалось очень важно быть свободной от каких-то оков. Вот, и почему персонаж книги? Сейчас расскажу. Потому что у меня в 2020 году вышла книга «Симон». А через 2 месяца мне звонит мой переводчик на итальянский, Клаудио Зонгетти, а я тогда была в Ереване, она мне говорит, Нар, приехал в Ереван итальянский журналист, и он хочет взять интервью вот у нескольких армян, я хочу, чтобы он у тебя взял интервью. И я пошла 45 минут интервью и ушла, я даже не очень запомнила его. А он, видимо, я ему понравилась. И он стал, значит, писать мне сообщения, приглашать на встречи, значит, как-то вот человек усиленно, прямо упорно меня добивал. Да? Ну, я к этому отнеслась как-то, ну, несерьезно. То есть, да, почему нет? Ну, может быть, роман. Я свободная. Ну, свободная. В общем, почему нет? Но у меня не было серьезных никаких мыслей. Его зовут Симон, Таня. И все мои подруги, они сказали в один голос, это твоя книга.
она к тебе пришла вот в таком виде. Вот у тебя книжка Симон, да, и тебя добивается молодой человек, которого зовут Симон. Ты давай их потом не крути, ты хотя бы там встречайся с ним, а там видно будет. И фактически вот мы так встречались до официальной регистрации отношений, потому что он живет в Германии, а я живу в Армении, тогда я жила в Армении, и так как очень сложно было, очень много беженцев, визы практически не выдавались, и нам пришлось вот просто пожениться, чтобы я могла спокойно ездить в Европу. Самое смешное, что я выходила за него замуж онлайн без него. Вообще, понимаешь, у меня все в жизни вот так. Ну, это вообще, значит, он приехал в Армению, чтобы мы поженились, а там нужны были еще дополнительные документы, которые ну, не предупредили нас, что они тоже нужны. Их нужно было постелировать в Германию. Он, значит, возвращается в Германию, оставляет мне доверенность, что я имею право без него выйти за него замуж. Боже, такая бывает. Да, в Армении можно онлайн выйти замуж. Ну, то есть, вот. И, значит, он мне присылает эти документы, он уже вернуться не мог, потому что работал. И я с этими справками пошла в Министерство юстиции, и мне на следующий день выслали свидетельство о том, что я теперь замужняя женщина, понимаешь? И вот это, у меня не все вот так, у меня в жизни все вот так. Я даже не удивилась, понимаешь? Поэтому вот так вот, таким образом я вышла замуж за своего персонажа. И сейчас фактически живу в Германии. Да, подожди, а что ты чувствуешь теперь? Где же твоя свобода? Кто-то пишет, Юля пишет, читаю сейчас Симон, большое спасибо. Тоже ждет своего Симона, видимо. Наш уже занят. Я уже шучу, там, если у меня какие-то онлайн-лекции, начинаешь писать, я говорю, пожалуйста, когда будете выбирать имена своих героев, вы, пожалуйста, какого-нибудь Вальдемара не выберите, потом он вас встретит, и вы всю жизнь будете Вальдемар мучить. Ты знаешь, я особо, честно говоря, уже после замужества я месяц 3 тоже была в таком вот ужасе, что я натворила вообще. Не встанешь, не хлопнешь дверью, не уйдешь уже тут какие-то без чемодана. Отношения, да и тем более без чемодана, да, какие-то отношения, и, в общем, как-то надо вот соответствовать этому статусу, да. А потом я его приняла, тоже было нелегко, и я очень благодарна Симоне, который все это время как меня подбадривал, поддерживал и в общем, говорил, что поверь, ничего страшного, люди выживают. Замужество – это не самое большое испытание, которое случается с человеком. Подожди, а он уже был женат? У него был один, он однажды разведен, ну, то есть у него опыт. Первая жена, я у него вторая жена, а он у меня первый муж. Он говорит, я надеюсь, и последний. В общем, и я, наверное, вот только в январе этого года, может, в феврале, я как-то смирилась со своим статусом. Я понимаю, что это очень дико звучит, да, но когда, понимаешь, тебе 52 года, ты уже взрослый человек, наверное, вот переламывать себя и перелопачивать все вот это свое ощущение сознания очень сложно. Мне было действительно сложно, я никаких ничего. 3 месяца, дорогая моя. 3 месяца. Тебе было сложно. Потерпела. Да, да, да. Перелопатила. Перелопатила и стала готовить. Понимаешь? Поставишь, как могу. Так, слушай, нам прислали прекрасный стих. Сейчас, подожди. Хочется обнять вас обеих, девочки. Конечно, обнимайте. Мы рады. Я вот со всеми обнимаюсь, например, с удовольствием. Да, спасибо большое. Вот, например, пишет здесь так на Ася. Ася Раса пишет. В какой бы ни были стране, читаем книги на Рене. Ой, как приятно. От Сандры и паники эфир спасает Танечкин. Прекрасно. Да, Елена Осипова напоминает нам, что Илье Яшину сегодня 40 лет исполняется. Мы его поздравляем. Да, Илья Валерьевич, вот про кого он писал. За Илью Валерьевича, господи, я даже не сообразила. Да, у него сегодня день рождения, мы тоже его поздравляем. Это, конечно, да. Хотелось бы делать это вместе. Да, значит, Мария пишет, ничего не бесполезно, все полезно, что в рот полезло. Читаем, сочувствуем, любим. Моя племянница, пишет Яна, ей 15 лет, наизусть знает книгу «Три яблока».
Я со слезами от смеха читала Симона. Очень классные книги. Скажи мне, пожалуйста, я вот когда прочитала книгу «Три яблока», ты мне как-то обмолвилась, что типа это не лучшая моя книга. Не скромно. У меня всегда претензии ко всем моим книгам. Не... Ну да, я поэтому стараюсь их не перечитывать. Наверное, у тебя то же самое, когда ты смотришь что-то было до того, да, какое-то видео смотришь, тебе кажется, вот тут можно было получше, вот этот кадр можно было вообще вырезать. Или у тебя попроще к этому отношение. Поэтому я не писатель, понимаешь? Я когда пишу даже какие-то посты, я по 8 раз возвращаюсь, переписываю слова, меняю их местами, выбираю что-то там так, это не... Так что не-не, я никогда писателем не стану, я не дойду до... окончательного какого-то этого. Но просто ты сказала, что почему-то это было, наверное... Разве ты про каждую, про все книги свои говоришь? Какая твоя любимая? Можно так спрашивать? Можно спрашивать, почему? Спрашивать-то можно, а вот отвечать сложнее. Наверное, Симон, потому что я там смелее. Мне там не страшно говорить про какие-то вещи, которые меня волновали в детстве. Таня, я же выросла, в общем, в маленьком таком, не просто Советской Республике, не просто патриархальной республике. Я была совершенно в абсолютной провинции. И провинциальная жизнь, у людей иногда создается впечатление, что такие буколики. А там происходит много всего страшного, что для городского жителя неприемлемо совершенно. Я, наверное, за свою жизнь, детскую, может, до 12-13 лет, лично я наблюдала, то есть в это время случалось 5 или 6 историй в Берти, когда доведенные до отчаяния женщины, свекровями своими, выпивали жабель-отбеливатель, чтобы покончить с собой. И это же ужас, понимаешь, и... Я не могла, я тогда маленькая была даже, да, я думала об этом, у меня уже маленькие дети. Вот до чего нужно довести человека, чтобы он решил таким изуверским способом покончить с собой, при том кого-то спасали, он на всю жизнь оставался инвалидом тяжелым. И мне хотелось об этом написать, нужно об этом говорить. Это же не просто травма поколения, это же бесконечный такой круговой абьюз, да. Вот эту невестку, которую третировала свекровь, она будет третировать свою невесту, потому что всегда срываются на самом слабом, да. А кто у тебя самый слабый? Жена любимого сына. И вот мне хотелось об этом говорить раньше, мне не хватало смелости об этом говорить. Ну, а поэтому я больше ценю Симон, потому что я позволила себе или, может, набрала достаточно сил, чтобы обсуждать такие вопросы. А тебя за нее не ругают? Там есть слово «жопа»? Там нет слова «жопа», а там или есть, я уже не помню. Вот именно. Ты что, прям все слова знаешь, помнишь, что ли? Как эта девочка читает книгу «Три яблока»? А может, кто-то ругает, мне этого не говорили, но у меня был случай, когда я написала маленький рассказ, вывесила в интернете, мужчина, армянин, который профессор в Пражском университете, он написал очень гневно, тоже такая была история, вот такая же. Он написал гневно очень, типа, Нарине позорит на весь мир армянскую женщину, да. А я была настолько удивлена, одно дело, понимаешь, когда профессор в Пражском университете, он, наверное, Фолкнера читал и никогда не говорил, что Фолкнер опозорил американцев на весь мир, да, я ни в коем случае не сравниваю себя с Фолкнером, но очень странно, да, когда вот, или, допустим, я не знаю, там, Может, он профессор математики, не читал. В общем, ему стало очень обидно, что Нарине опозорила армянскую женщину, и я тогда задумалась, что наверное, мужчины армянские какие-то, какое-то количество армянских мужчин не готовы, готовы воспринимать вот это вот эти истории. И решила написать сборник рассказов о женщинах. Почему нет? Клин клином пошипают. Таня, если ты не готов принять правду, то давай я тебе ее расскажу. Ты ее не принимай. Ты же должен как-то вот, я не знаю, мне кажется, это важно. К сожалению, очень тяжело сейчас писать, но потихонечку я буду возвращаться к этому.
Ну вот это, видишь, про то, что говорить правду и то, что людям это больно, это то, что мы наблюдаем сейчас вот в этом дискурсе сегодняшнем между теми россиянами, да, кто за войну, условно говоря, и теми, кто им пытается сказать, ребята, вы что? А причем те, кто за, это действительно выглядит по большому счету как такая агрессивная защита, именно потому что они пытаются не смотреть, то есть мы им пытаемся доказать, мы, обе стороны пытаются друг другу что-то доказать, да, но вот та сторона все-таки пытается более агрессивно, вы дураки, вы ничего не понимаете, там, тра-та-та. А мы просто говорим, что ну ладно, мы дураки, но вот простите, мы это видим, и вы тоже это должны видеть. Они, поскольку не хотят этого видеть, им это страшно и больно, то им они защищаются вот таким образом. Как ты считаешь, ты вообще, ну, то есть, судя по всему, ты из тех людей, которые не боятся боли? Не, я боюсь боли, но... Ну, в смысле, ты терпишь ее. Все боятся, понятно. Но куда деваться? Вот это ковыряние в себя, оно же не всем свойственно, понимаешь? Некоторые люди, они лучше не будут туда смотреть. Ой, ничего не было, давай, поехали жить дальше. Все, ну, все. Мне кажется, это свойство писателей, и не только писателей, творческих людей, потому что особенно женщины, они же, в общем, свои книги пишут, основываясь на собственном опыте. Женщины небольшой, я надеюсь, я никого не опишу, женщина небольшой придумыватель. Она должна пережить какие-то вещи, чтобы вокруг вот этой истории соткать уже вот дополнительное, как-то наматывать, как на клубок, да. Но если мужчина в этом плане наглее, в хорошем смысле слова, он может ниоткуда взять эту историю. Mm-hmm. Женщина нужна, должна пропустить ее через себя, да. Поэтому у нас, допустим, если взять вот именно женское сообщество, то где-то 30, да, редко, когда до 30 звучат писательские голоса. Они позже звучат, женские голоса. Нужно нам... Имеешь в виду русскоязычное или какое сообщество? Нет, это на самом деле тенденция такая, что у тебя должен быть какой-то бэкграунд в любом случае. Женщина такая интуитивная и, ну, в то же время очень сильно зависит от того, что у нее было в прошлом. И я уже забыла вопрос. Я же к чему-то вела, и ты тоже забыла. Я-то да, нет, я-то как раз спрашивала про боль, насколько мы можем... Вот, поэтому это естественное состояние, ты оттуда черпаешь, ты работаешь, ты вот это вот, в том числе то, что является топливом для твоей работы. Поэтому я бы не сказала, что я... сильно в этом плане боюсь боли. Я боюсь физической боли. Но душевная боль, она тяжелее, конечно. Но, по крайней мере, с ней можно работать. Когда у тебя зуб болит, ты особо ничего не сделаешь. А когда у тебя душа болит, ты с этой душевной болью сядешь и что-нибудь во что-то это выльет. Mm. Поэтому... Терапия, да, получается? В общем. Ну, мне кажется, ну, это такое упрямство, упорство какое-то ослиное, оберткое очень. Когда вот постоянно ты пытаешься как-то не подстраиваться под... Это нонконформизм называется. Скажи, нонконформизм, да. И шатак, что они просто все нонконформисты. Вот, кажется, мы такие, вот это город нонконформистов, так что да. Пассионарий, да, и нонконформистов. Вот они удивятся, наверное, все там. Так, значит, подожди, сейчас мы с тобой еще почитаем немного, потому что я очень люблю, когда пишут люди, это такое включение. Так, вот добрый Аманда пишет. Добрый вечер из Франции. Спасибо вам, Нарине, за манюню. Олицетворение счастливого, беззаботного и мирного детства. Нифига себе, вы там стояли на крышах и где еще? Над обрывами, блин, ужас, ужас. У меня прям вот мурашки. У меня такое же ужасное. Мы были ужасные. Там мы только не лазили. Но оно было нифига не... Ну, то есть не все выжили, между прочим. Так уж, если серьезно. И спасибо, Татьяна, за вашу позицию, юмор, глубину, поднимаем их вопросы. Спасибо. Ирина Данилец, Симон Шикарин. Какой, кстати? Я его передам. Не знаю, про какого Симона здесь идет речь, но передай.
Вот, Мария Дегтярева пишет, я думаю, что дети должны знать такие слова, как климакс и жопа. Они сейчас в 7 лет матом думают. Действительно. Классно. И лицо нормальное. Спасибо вам, Мария. Да, Таня, вообще ты красотка. Да я тут это знаю. И фигура у тебя отличная. Погоди, ты стала. Да. Так, вот смотри, пишет еще тебе. Ой-ой-ой, куда-то я промахнулась. В какой момент... А, вот. Как-то в тяжелый период Юлия пишет, Воробьева начала читать. С неба упали три яблока. В начале книги думала, да, ну все, пойду тоже лягу помирать. Но в итоге книга оказалась такая теплая. Спасибо вам за нее. Спасибо. Терапия, понимаешь, ты терапевт. Ну, хоть какой-то толк. Мария Дегтярева, такой вопрос, как бы, в какой момент, в какой-то момент люди стали такие, видимо, и были, не было возможности сказать, вот кого не смотрю, всех обосрут. О, еще можно слово обосрут использовать, кроме жопы и климакса. Ладно, если за бабки, ну, типа, работа такая, ну, когда просто так, да какое вам дело? Вот это вот тоже меня, знаешь, вопрос... поражает, насколько мы умеем, наше поколение, я не знаю, или это наш постсоветский этот, как мы умеем лезть в чужое, чужие границы, как сейчас принято говорить, понимаешь? Это же просто... То есть я вот сейчас, ты знаешь, я очень много тоже с 50 лет, как вот мы с Тоськой уехали в Испанию, я стала думать, так, а что я вообще... буду делать. И началась моя работа в терапиях, в разных, разнообразных. И ты знаешь, я настолько сейчас отточила свои границы, что даже когда мне там друг мой, я сейчас в Венеции была, убежен на юбилей у Андрюши, и вот он, значит, идет такой, хватает у меня чемодан и тащит. Я говорю, почему ты это делаешь? Иду ему в спину, значит, так кричу, а он идет, блин, с этим чемоданом. Что-то я там ему, зачем ты это делаешь? Я же тебя не просила. И ты представляешь, я настолько вот стала такая прямо какая-то, что мне очень важно, то есть я очень хорошо чувствую любое нарушение границ. Mm-hmm. Даже такое, когда тебе человек, как это там, добро, да, как это называется, слово это? Причиняет добро. А вот он тебе, ну что ты орешь на него, на этого бельжо? Он взял твой чемодан и прет во вперед. Я иду сзади, там, бу-бу-бу-бу-бу-бу, что-то там бубню. То есть вот, понимаешь, а настолько эти границы у всех размазаны, и как бы все умеют, не имея собственных границ, ты очень легко нарушаешь чужие. Я, например, очень аккуратно, там все больше и больше аккуратно. Нет, я могу, конечно, знаешь, у нас же привычка-то больше, чем натура. Вот. Но я очень хорошо чувствую, что даже тех, кто меня хейтит, я не могу как бы им ответить тем же. Ну, может, это еще... Это очень правильная позиция. Что у тебя вот вообще с границами, когда они у тебя формировались? Я так понимаю, что родители все-таки твои, тебя, ну, и, наверное, сестер твоих и брата тоже все-таки воспитывали, ну, воспитывали, мы не любим слово с Димой Зицером. Это уже притча. Не воспитывали. Да, что они делали. Что они делали со своим вот этим вот нонконформизмом наверняка, да, вот это вот ба, вот это в манюне. Как они так с тобой обошлись? По большому счету они нас просто любили, Таня. А наши родители, это же дети, которые родились там последние годы войны или сразу после войны. Откуда у них эта любовь? Это же было просто задавленное чувство, никто про эту любовь не говорил. Вот это да, в этом, и никто не говорил о любви, и, в общем, их родители были недолюблены, прошедшие через какие-то чудовищные трагедии, потрясения. И они как умели, как это понимали, как это представляли, они нас так и любили. И мне кажется, самое важное вот во всем этом, что ну, через многие, действительно, проблем было очень много, начиная с дефицита и заканчивая медицинскими проблемами, потому что иногда в больнице даже лекарства можно было не получить, не достать. Да? В советский все-таки дефицит великая была вещь. Но они нас так отчаянно любили, и это такой невозможный посыл, и это такой ангел-хранитель тебя на всю жизнь.
Тут уже не имеет значения, что мы все очень разные. Я, мои сестры и брат, мы не похожи внешне, мы не похожи характерами. Но у нас есть общее. Что это общее? Это бесконечная любовь и какая-то забота наших родителей. Мне кажется, вот то, что она у нас была, она нас и держит. Что касается границ, ты их выстраиваешь всю жизнь. Это вот бесконечно меняющаяся такая субстанция, ты сам даже порой не понимаешь, где у тебя эти границы. А вся жизнь, она вот этот большой урок, тебя учат. Вот здесь тебя оскорбили, там тебя унизили, там тебя похвалили, здесь у тебя случилось хорошее, там плохое. Если ты сумеешь поменять свое отношение к ней, как это к этому, да, если поймешь, что в любом случае, что бы ни случалось, это тебе что-то дает, ты извлекаешь какой-то урок, это делает тебя сильнее, то, естественно, это помогает тебе жить дальше, выстраивать вот эти самые границы, которые ты сказала, да. У меня подруга совершенно чудесная, Вика Кирви, иллюстратор, она, у нее был такой, что-то типа клинической смерти. И она в этой своей клинической смерти попала в рай. Притом она говорит, мы совершенно по-другому его представляем, потому что ангелы, они маленькие, они большие, они 20-этажные дома. Они огромные, они стоят как столбы, какие-то ангелы светятся как маяки, они излучают вот это мировое добро, а какие-то ангелы очень темные, страшные, им в лиц невозможно смотреть, потому что они поглощают скорбь. Она куда-то должна уходить. И вот один такой светящийся ангел Вике объяснил, как устроена жизнь. До того, как ты рождаешься, ты соглашаешься на все, на все свои болезни, на людей, которые тебя предадут, унизят, на друзей, которые тебя оставят ни с чем, на болезни своих близких, на свою смерть, может, совершенно нелепую, всякую, да? И после всего того, когда ты вот на все это соглашаешься, ты рождаешься. Вот этот сон, он, может быть, просто сон, он изменил Вике всю жизнь. Она приняла себя, какой она есть, да, и всю свою жизнь она извлекала урок. Она сейчас стала одним из самых прекрасных иллюстраторов в России. Она перебралась в Москву, она сама купила себе квартиру, она сделала много всего хорошего. Просто потому, что в какой-то момент ей объяснили все, что с тобой случается, ты с этим согласилась, понимаешь, что твой выбор. Соответственно, это тебе по силам победить. И мне кажется, это очень правильный подход по жизни. Если, допустим, тебя как-то... Даже вот у нас у женщин же бывают какие-то свои заморочки, да? Он, допустим, меня бросил, шел к другой, там, какой-то кучерявый акцент, да? Ненавижу. Но уже тебя чему-то научил, ты уже второй раз такого не клюнешь, может быть. Он тебе что-то дал, вот это вот дал, в какой-то момент, видимо, и превращается в такой кокон, где ты существуешь и стараешься, наверное, не знаю, меньше нарушать границы других. Мы просто сейчас в такое сложное время живем. Агрессия – это норма. Понимаешь, это все-таки побочка интернета. Каждый человек получил возможность, извините меня за это слово, обосрать другого. Мы употребляем, да, это слово. И ему за это ничего не будет. И вот эти шлюзы, которые открылись, да, они вылили на нас огромное количество агрессии. Ну, послушай, но они же всегда такие были. Всегда есть такие люди. Ну, они не могли до тебя достучаться. А сейчас они могут прийти и зайти в Facebook и тебе что-то написать. И ты очень правильно делаешь, когда на это не реагируешь. Потому что у тебя выбор реагировать и продолжить дальше эту цепочку агрессии или оборвать ее. Обрывай. Нет, я тоже... Да, и все, это самое важное, это самое правильное. Послушай, потрясающая история, прям мне очень понравилось на вот этот договориться. Очень она мне все подтверждается моим каким-то. Знаешь, у меня был между... Как это? Не между первой и второй, между... Второй и третий у меня был выкидыш. И я как-то так тоже, знаешь, очень много сейчас уже чего умею. Я умею там с ними как-то вообще со всеми на расстоянии разговаривать умею. С родителями своими, которые умерли. Там с детьми со своими. Умею как-то вот это все научилась. И вот я с ним... Это тоже очень важно, знаешь, когда ты
У тебя должен был кто-то родиться, а ты даже это не заметил и пошел дальше. А это был, ну, как бы, это серьезная штука. Вот, с этим обязательно нужно как-то там это прорабатывать. И вот я потом поняла, что он реально был просто не готов. Он, видимо, понял, что там его ожидает. Уж не знаю, что там ему было написано на роду. И он такой: не-не-не-не-не-не-не, ну у вас нахер, блин, я пошел отсюда. Представляешь? Прямо я буду еще об этом думать. Я пойду Кейт рожусь. Ну да, я рожусь у кого-нибудь другого, у него этих... Да. Их они иноагентами потом думают. Мне это надо. Кажется, даже наши дети вот сейчас тоже думают, нафига, блин? Уже поздно, уже поздно. Да, вот Мария Дегтярева пишет, она писала комментарий. Ой, я только что увидела, что это прямой эфир. Спасибо вам, лучики добра, лучики благодарности. Спасибо. Мария, давайте вопросы. Да, это прямой эфир, друзья. Пишите, пожалуйста, все, что хотите, потому что у нас есть модераторы, которые удаляют сообщения от какого-то неприличных людей. И, в общем, а неприличное что пишут? Типа матом или оскорбляют как-то, что-то в этом роде? Сейчас посмотрим. А, ну да, это про мой алкоголизм, понимаешь? У пропаганды она не придумала ничего лучше, чем... Ей же нужно каждому вот из нас придумать, что вот какой-то зацепиться и распространять уже вот это. Почему-то все считают, что я алкоголик, и пишут про это. Да ладно, да, не только я об этом не знала. Столько раз тебя видела, и всегда трезвый. Да ужас, мы с тобой даже... Как можно не соответствовать своему образу, понимаешь? Что прямо сейчас пошла и напилась. Очень много пишут потом комментарии. Сейчас все наши приличные, все мои. О, какая гостья, пишет Светлана Павлова. Обожаю ваши книги, это просто чудо. А, да. И в Зеленограде, в театре «Ведогонь». Да. Вот спектакль «С неба упали три яблока». Спектакль потрясающий. Видела ли автор? Может, принимала участие в создании? Что думает? Что думаешь? К сожалению, я этот спектакль не видела. Я бы очень хотела его увидеть, потому что его очень хвалят. И актриса, которая играет Анатолию, она получила премию имени Станиславского, верю. Мне до боли хочется увидеть вот этот спектакль, потому что мои подруги видели, они в таком невероятном восторге, что получилась какая-то... Как это очень правильная история. Я вот, у меня же в рамке манюня идет, да, и мне как-то вот, и я что-то нужно было написать Софье Апельбаум, директору Раунда, и она мне в ответ написала, что, наверное, сейчас время такое, что люди приходят в театр помолчать, посидеть в темноте и, может, даже поплакать. И ощутить себя среди своих. Это было такое страшное слово о абсолютном одиночестве, в котором находится сейчас каждый человек. По эту сторону границы или по ту сторону границы. У всех своя боль. У кого-то, естественно, она больше, у кого-то меньше. Но вот это вот абсолютное ощущение какой-то неприкаянности, какой-то неправильности всего происходящего, какой-то беспомощности, ты же, по сути, ничего не можешь изменить. А у меня нет никаких претензий к, скажем так, к условным ватникам. Да? Допустим, живет какой-то дядя Вова там, где-то в Владивостоке, получает 10 тысяч рублей пенсии и верит там, допустим, в Путина. Да? У меня к нему претензий нет, от него ничего не зависит. Он живет свою маленькую жизнь как может. Мы просто попали, мне кажется, во время какого-то чудовищного кризиса элит. И это касается элит всех. Мы загнали мир в какой-то чудовищный, какой-то даже не угол, в какую-то пропасть. Провалили мы его, потому что все то, что, Таня, мы когда были молодые, мы же верили в свободу, в равенство, в братство. У нас были какие-то, у нас горели глаза, у нас были какие-то социалистические идеи, которые нам обещали лучшую жизнь. И к чему мы пришли? Мы действительно, я когда говорю «мы», я имею в виду, что в этом вот моя вина тоже есть. И, да, некоторых людей раздражает вот это то, что коллективная ответственность. Ну, называйте это каким-то другим, да? Ну, что-то мы действительно уронили, Наташа. Мы реально
уронили все, и что мы оставили нашим детям. Вот. Поэтому... Знаешь, но судя по тому, вот этот рассказ, который на меня произвел впечатление твоей подружки, ну, значит, мы согласились на это, раз мы пришли вот сюда. Вот я этим себя и утешаю, что, да, видимо, раз это выпало на нашу долю, то нам по силам это как-то не, даже не исправить, а пережить, потому что если сделать... подняться над историческим процессом, да, то это маленький эпизод, мы просто тут варимся сейчас, нам больно, да, как там 50 лет назад было больно другим, 100 лет назад третьим, мы просто сейчас здесь. Но, с одной стороны, обидно, что ты как мошка, да, ты ничего не можешь изменить, с другой стороны, обидно, что хотя бы те, которые принимают решения, они тоже, они просто ошибаются, а просто... нагло городят какую-то вот чушь и кормят ею нас. И, в общем, какой-то вот такой кризис всего. Ну, ничего страшного, прорвемся. Ты, да, ты-то кормишь тоже. Я, да, естественно, прорвемся. Не только своего Симона, а вообще всех остальных, кто читает твои книжки. Да, вот Григорьев и Ирен пишут. Так приятно вас видеть, слышать маленькая радость в большой беде. О, Господи, какие слова. Да. Как... и вот Натали пишет. Как если бы тонул у них ребенок, а весь пляж стоял бы и смотрел. Типа, ну что это мамаша спасает сама своего ребенка, да еще бы ставки делали. Вот так я воспринимаю русских. Что ты скажешь, ты, армянский человек? Да неважно, здесь неважно, да, мы сейчас все воспринимаемся. И мне это очень тяжело, если честно. Очень тяжело, когда меня причисляют ко всей Русне вот этой, да, вот, типа там вы Русня. Но я понимаю, что я это все буду терпеть, ну, долго, не знаю, до конца ли буду терпеть, но, тем не менее, про вот эту вот ответственность я знаю про свою, да, и она в том числе, да, мы провалили, мы все уронили, но она в том числе сейчас и у меня, и у тебя заключается в том, что мы больше не готовы ронять, и не будем, и мы уже понимаем, как это важно, и будем продолжать эти ручки наши, которые иногда падают, там, и ты замолкаешь, ничего не можешь, мы все равно их поднимаем и кладем на клавиатуру, условно говоря. Правой рукой поднимаешь левую, левую правую. Мне кажется, сейчас вот в этой ситуации вот украинцев вообще трогать бессмысленно. То есть эти люди, им позволено все. Они орут, кричат, пусть хоть на метлах летают, пусть хоть матом меня кроют, пусть хоть что. Эти люди находятся в тяжелейшем аффекте. Эти люди, у них болит сейчас все. Вот как у меня болело в 2020 году, когда мы проиграли войну, и мне хотелось просто, мне даже не хотелось лечь и умереть. У меня было такое состояние, что я, если лягу и умру, то все равно не умру, случится что-то ужасное. Именно это будет касаться именно меня, моих близких. Вот это шизофреническое состояние, которое я наблюдала за собой, за своим народом, я сейчас наблюдаю за украинцами. Это невозможный триггер. Таня, я помню, как я отреагировала, когда случился бомбовый удар по Бабьему Яру. У меня было такое ощущение, что вот это наше общее прошлое, которое у нас было, то хорошее, во что мы верили, вот эту ось, которая держала нас вместе, да, вот эти фильмы, которые мы любили, да, «Мама моя Надя приехала», и все знают, о чем. Как будто вот эту ось с мясом выдернули. Это было физическое ощущение абсолютного провала и абсолютной беспомощности. Ты себя чувствуешь просто дерьмом в проруби. Хотя, в общем, ну, это не ты сделал. Поэтому я очень понимаю вот это ощущение, когда Наталья, да, ее звали, я забыла, простите, пожалуйста, которая говорит, вот у тебя ребенок, да, ты знаешь, а все остальные смотрят с пляжа и думают, вот, ну что она делает, наверное. Это чувство абсолютного одиночества и абсолютной злости. Достучись до человека, когда он в этом состоянии, невозможно. Пусть делают, что хотят. После, когда все закончится, блин,
как хочется, ну, так хочется, чтобы когда-нибудь справедливость восторжествовала. Да, я верю, потому что мы выросли на одних тех же фильмах, читали одни же те же книги, и нам всегда все авторы, начиная от Хемингуэя, Гроссмана и всех говорили, что несправедливая война, она приговорена, да, что человек, который защищает свое отечество, он всегда прав. Мне хочется, чтобы эта правда восторжествовала. Понимаешь, мне хочется, мне этого физически хочется. Потому что это будет хорошо не только для Украины, это будет хорошо для России. По крайней мере, возникнет новый шанс что-то переосмыслить, что-то изменить. Что же мы делали? Я когда говорю «мы», потому что я все-таки русский писатель, хоть я и гражданин Армении, но я же русский писатель, да, у меня тоже своя доля ответственности. Мы фактически вот... не переработали все эти травмы, которые у нас были, и пытались как-то песочком все это посыпать, да, ни сталинизма, ничего, вот и прочее, прочее. Непроработанные вот эти чудовищные ошибки приводят к тому, вот, что в какой-то момент человек говорит, а что такого, да, или там нравится, не нравится, терпи, моя красавица. У меня был шок, Таня, когда я это услышала. У меня был шок. А, поэтому вот как-то так, не знаю, что еще сказать. Вот, смотри, еще есть один вопрос, который мне задавали в чате в моем телеграм-канале. У меня, кстати, тут была чудовищная история, я воспользуюсь прямым эфиром. У меня украли телеграм личный, и с его, как бы, как будто бы от меня посылали всем просьбу с послать им деньги, причем подтверждая это какими-то видео, кружочками, там просто был атас. 4 дня это все длилось. Слава богу, все вернулось. Вот. Но вот в Телеграме, Телеграм-канал у меня тоже вернулся, если что, называется Лазарь. Вот тут вот написали мне еще тогда, по-моему, кстати, кто-то и подал мне идею позвать, пригласить тебя. Прости, извини, почему-то это не моя была идея. Да дура, господи. Первый вопрос, как ей удалось не озлобиться, но мы примерно с тобой об этом говорили. И второй классический вопрос, как жить, если в мире победила война? Я прочитала последнюю книжку на Рене, она продолжает передавать от себя тепло и счастье, а я вот с начала войны излучаю только злость. Хотелось бы понять, как не быть говнометом, и их и без меня хватает. Есть ли способ? Где твои стержни все... Откуда ты их берешь, если их из тебя вот так все время выдергивают? Ну, это все-таки опыт. Я, допустим, 30 лет уже в состоянии таком, да, войны у меня, там родители живут на границе, и постоянно вот эти обстрелы и прочее, они случались постоянно, и были чудовищные совершенно истории, о которых я не писала, чтобы не пугать других людей, понимаешь? Вот бережешь, а потом эта беда приходит к ним в дом, и ты даже не знаешь, что правильно, молчать или говорить об этом. Я думаю, война не победила до той поры, пока ты не поверил в ее победу. Даже в самые тяжелые времена, даже если взять ближайшую нашу историю, тоже партизанское движение и в Украине, в Белоруссии, во всей вот этой западной части страны, которая находилась под немецкой оккупацией, люди были в тяжелейшем состоянии, они умирали от голода, от страха, от всего, но они партизаны. Потому что они не верили в эту войну. Мне кажется, очень важно понимать, что враг слабый до той поры, пока ты не поверил, что он сильный, всесильный. Ну вот это, наверное, какие-то общие, может, не делающие большой чести мне слова, но, по крайней мере, это то, что может, эта идея, она может объединить какое-то количество людей. Вот эта вера в то, что... не все потеряно. Это ведь тоже очень важно. Мысли материальные и слова материальные, то, что мы говорим. Ну, утешайте людей, если есть такая возможность. Обнимите их. Им сейчас больно, тяжело. Если даже он тебе говорит, что я тебя ненавижу в этом состоянии, это от того, что ему больно. Ну, помоги ему. Как можешь? Словом. Не имеет значения. Я в это очень верю. Таня, это не игра, действительно. Мне вот говорят, у вас там добрые книги. Ну, потому что я в это верю, это вот то, что я чувствую, я так чувствую, что не отменяет другую литературу. Это очень здорово, что ты именно используешь слова, чтобы описать то, что ты
чувствуешь на самом деле. Вот как раз Елена Осипова пишет, как это круто, что русский язык принадлежит таким людям, как Нарине, Татьяна Лазарева, спасибо, Ленор Горалик, Саша Филипенко, Людмила Улицкая и прочие иноагенты. А ты иноагент разве? Нет, я не иноагент. Я же гражданка Армении, уже я не буду иноагентом. А можно, им пофиг. Да, серьезно? Да-да-да. Кто-то, ну подожди, они Гарри Каспарова признали иноагентом, ну, Ходорковского. То есть. А может, у них еще российское гражданство есть, сохранилось? Нет? Нет, они еще каких-то иностранцев. Ну, короче, не хочу дальше. Как можно быть иностранцем и иноагентом? Я просто не понимаю. Я тоже не понимаю, но мы много чего не понимаем. Да, ну вообще, на самом деле, да. Это трудно очень понять, знаешь, мне все, когда меня там во время каких-то интервью спрашивают, а как вы думаете, вот как они так могут, как вы можете это объяснить? Я говорю, я не могу, я могу объяснить только то, что я чувствую. Я там даже за тебя не могу объяснить, тем более за, не знаю, за табуретку, которая живет по какой-то своей логике, мне она непонятна. Я не могу объяснить эту логику и эти поступки. Что вы у меня спрашиваете, что там... Владимир Соловьев сошел с ума или не сошел? Я хрен его знает, сошел он с ума или не сошел. Наверное, да. А может и нет, понимаешь? А даже может, не знаешь, что хуже. Да-да-да, даже не знаешь, что хуже. Хуже сам Владимир Соловьев, вот и все. Так, вот сейчас, в это сложное время, видеть, слышать обеих очаровательных героинь программы большое счастье. Слушаю, смотрю с любовью и бесконечной благодарностью. Здоровья, успехов обеим вам. Огромное... Таня, а можно у меня тут кухня за спиной? Я просто в духовку поставлю что-то. Я тут рядом. Я вот буквально... Вот... Давай. Ишь ты, смотри, какая хозяйственная. Не врет, слушайте, она, что готовит-то. Я поставила, и я послушаю. Подожди, а ты нам потом, когда Симона придет, ты нам его покажешь? Ну, он сегодня опоздает. Он преподает еще... Так, подожди, да. Быстро говори, что ты поставила в духовку сейчас. Я поставила в духовку, значит, нужно запечь баклажаны, потом слой баклажанов, слой сыра, немножко какой-нибудь ветчины, которую вы любите, и нужно сделать бешамель, перемешать с песто, и все это вот перемешать. Я потом могу в комментах оставить ссылку на рецепт. Это вкусно невероятно. Вот, тоже приготовите, и вам тоже... Таня, ты не приготовишь. Дорогие друзья. Ну, что ты уж меня-то прям... Приготовьте, это очень вкусно. Очень. Будет счастье. Господи, у тебя даже лицо меняется, когда ты об этом говоришь. Про еду. Да. Когда они говорят, вот, Нарине, у вас в книге «С неба упали три яблока», так много вкусной еды. Ребята, иногда так много в книге вкусной еды, потому что автор банально хочет жрать. Я тогда худела, я сидела на диете, и мне постоянно хотелось есть. И поэтому в моей книге так много разных блюд. Я хотя бы когда писала, да, у меня было ощущение, что я немножко еще поела. Удивительные секреты. Спасибо тебе. Так, прости, я все продолжаю читать. Здесь просто какие-то сплошные эти хорошие эти нам с тобой. Спасибо а всем за доброе. Ася пишет, о, аромат баклажанов уже пошел. Дверь не закрыла на кухню, что ли? А у меня нет на кухне дверей. Мы снимаем эту квартиру, она такая, знаешь, тихая, тут рядом лес, у меня птички поют. Я такая немножко ошалевшая. И вы знаете, все-таки красота, она немножко величит. Выйду там, сижу в садике, посмотрю на эти растения, которые сама вырастила, офигевшая от того, что у меня что-то выросло. И у меня сразу создается ощущение, что я что-то делал полезное. Это утешает. Суккуленты вырастила она. Да, суккуленты прямо. Полезно. Некрасивые, Таня, некрасивые. Ладно, господи. Погуглишь потом. Я потом погуглю, посмотрю. Суккуленты я еще не видела. Название прекрасное уже. Так, а сколько тебе там в духовке? Подожди, там, главное, чтобы у тебя не сгорело-то все. Не переживай, оно не сгорит. Оно терпеливое. Так. Просто так много комментариев, у меня все уходит. Да, мы живы, это главное, пишет Наталья. Всем, кто ушел, Царство Небесное. Ну вот, это вот, вот эта жизнь наша удивительная, она, конечно, нас приучает к тому, что мы ее наконец-то начали ценить, просто потому что мы еще живы.
и уж как ты жив. То есть, ну вот ты жив, да, тебе не хочется, тебе плохо, тебе больно там. Иногда не хочешь просто жить. Но ты потом смотришь вокруг и говоришь, не-не-не, ребят, ну давайте не будем кощунствовать. Я буду все-таки жить, пока... И что-то делать, понимаешь, руками. Баклажаны, блин, печи выращивать. Сука, какое хорошее слово ты мне нравишь. Помидоры у тебя растут, помидоры. Ты хоть похвастайся, как похвастайся потом своим урожаем. А я уже его съела почти весь. Огромное спасибо за шоколадного дедушку. Да. Вот, а Мария Дегтярева пишет, что... Я тоже к этому пришла, когда обвиняла бабушку, что не показала макет семьи нормальный, не научила жить в реальности. А потом дошло, она же бабушка, она и воспитывала, как бабушка, море любви, море заботы. Ах, вот здесь про что. Здесь про то, что бабушки, как раз и дедушки, они дают уже столько любви. Да? То есть родителям нам как бы особо некогда, да, я это знаю вот по своим, то есть я, например, только Тоську вот эту, которая последняя, которая 17 лет, кстати, будет через неделю, вот только я ее, когда уже не было работы, не было там, я сидела в Испании с ней вдвоем, вот тогда я полностью сконцентрировалась, я была уже возрастная мать, и вот это просто для меня был такой кайф и счастье, а эти бедные двое... Перед ним до сих пор не очень удобно. Но как могли все, да, что могли, давали. Так. Татьяна, доброго вечера. А про ангелов это да-да-да. Добрый вечер, выглядите прекрасно. Девочки, вы прекрасно. Обожаю вас. Привет из Армении. Привет. Что привет. Говорят? Как сказать? Ты помнишь? Вот, расскажите, пожалуйста, Марианна Паустовская. Привет, Марианна. Читаете ли вы украинских авторов? Если да, то кто вам нравится? К сожалению, из современных авторов я никого не читала, в том числе, ну, по причине того, что они не переводились на русский. Писатели, которые писали на русском, я их читала. Я очень люблю Марусю Гончарову, которая умерла, которую мы потеряли в прошлом году. Она... лежала после операции в больнице, в реанимации. Случилась бомбежка в Киеве, которая дико ее напугала. Дико просто. Потому что когда ты выходишь из наркоза, и рядом взрываются бомбы, это в миллион раз сильнее. И вот моя Марианна вот этого вот тяжелого стресса уже не пережила. И каждая ее книга – это невозможный подарок. Какой-то... нечеловеческой любви, какого-то смеха, какого-то бесконечного человеческого обаяния. Она из Черновцов, и она так писала про эти прекрасные Черновцы. Столько прекрасных историй. Вот, как-то так. Любовь у нас случилась в Киеве. Мы с Симоной поехали в Киев. Это был ковидный год, локдаун. Мы приехали, Киев закрылся. И мы 3 недели жили в закрытом городе, где почти ничего не было нельзя. Ну, ничего нельзя было сделать, потому что там рестораны закрыты, магазины закрыты и прочее, прочее. Но отовсюду, как знаешь, как какие-то гномики счастья, появлялись какие-то люди, которые водили нас по каким-то дворам, которые, значит, показывали вот в этом ресторане, если постучаться 3 раза в окошко с заднего двора и сказать, что ты, допустим, Тарас, они тебя пустят очень вкусно на корм. То есть вот у нас вот этот, для меня Киев, это сакральный город, потому что он каким-то таким коконом сомкнулся вокруг нас и сказал, так, Нарине, значит, прекращаешься там, прекращаешь все эти свои игры, я хочу, чтобы ты поженила и вышла замуж. Мне кажется, вот это у нас случилось именно в Киеве. Поэтому я помню, Таня, когда война началась в Киеве, была, у меня был такой животный страх у тебя, ты постоянно там старалась людей, ты постоянно говорила, у меня все нормально. Понимаешь, это был величайший, мне кажется, человеческий подвиг находиться в эпицентре ужаса и всех утешать. Да? Но это совершенно нормальная реакция. Как я за тебя боялась, как я вообще вот это все наблюдала, это были 2 разные картинки моего Киева просто.
совершенно разные картинки, и с этим невозможно смириться. И я никогда, я этого не приму. Это выше моих сил просто. Простите, пожалуйста. Или отдай сюда, допустим, вот эти котлеты Пожарского. Я когда приехала, мы же привыкли к пожарские котлеты, а тут открываю метро, метро. Меню, а там написано «котлеты Пожарского». Я сразу, принесите мне, пожалуйста, котлеты Пожарского. Оно прямо так звучало по-домашнему прекрасно. Ну, в общем, не знаю, не знаю. Нам очень всем больно. И даже люди, которые молчат по каким-то причинам, очень больно, очень больно. Невыносимо просто. Ну вот тебе еще вдогонку. Вот Алена Забуга, она пишет: «Спасибо, Нарина, слышала от вас до, но Татьяна не слышала о вас до, не знает тебя человек, но Татьяна как проводник привела к вам. Войны заканчиваются, можно сохранить себя. Воют сирены, а я слушаю ваш эфир. Вот доказательство, вы доказательство, что жизнь побеждает». У них же там приложение, оно на экране выскакивает, что вот это вот. А, у нас хотя бы этого приложения не было. С одной стороны, ты не знаешь, когда бомбежка начнется. С другой стороны, по крайней мере, вот это вот дополнительный стресс, понимаешь? Вот, и сейчас начнется бомбежка. Я помню, в какой-то момент, Тань, я так устала от войны. Я, значит, готовила фасоль на кухне, и в этот день именно в наш дом угодил снаряд от града. Он такой громкий, страшный такой, с другой стороны дома, у нас четырехэтажный такой дом. И я даже не обернулась, я даже никуда не ушла, я доготовила эту фасоль. И я, значит, там что-то еще сделала кофе, попила. Потом пошла, посмотрела. А там у нас конкретно там часть подъезда, прямо вот вся стена была снесена вот этим вот снарядом. Или мой папа, когда он на работе. Ты понимаешь, в какой-то момент так устаешь от войны, что ты стараешься просто не замечать. Папа на работе тоже бомбежка была и выбила взрывной волной стекла в клинике. И, значит, говорит, медсестра рассказывает, говорит, захожу в кабинет, сидит твой отец, пьет кофе и выплевывает аккуратно стеклышки себе на ладонь, понимаешь? Боже мой, как не хочется, чтобы другие люди тоже этого знали. Ну что поделаешь? Смотрю эфир Татьяны из Киева в начале войны под бесконечную канонаду артиллерии по Харькову. Да, у меня до сих пор подобное состояние, описанное Нариной, но не по отношению к тем русским, кто против. Да, вот, например, Сергей пишет: «Спасибо за Зулали. Все твои книги перечислили. Маленькое чудо, глоток свежего воздуха». А дальше пишет Ната: «Нарине, огромное спасибо за «Дальше жить», Господи». Теперь уже абсолютное потрясение. Ольга пишет: «Спасибо вам от души». Абкай украинская пишет: «Нарине и Татьяна, спасибо за этот разговор. Те же самые ощущения, боль, беспомощность, гнев. Забрали прошлое наше и будущее наших детей. Нарине, спасибо за книги. Обнимаю вас обеих». А еще знаешь, что самое страшное, Таня, что мы все равно воспринимаем друг друга как родственные народы, да? Да. Потому что мы выросли в одной семье, варились в одной каше, у нас были одинаковые фильмы, музыка, кино и прочее. А вот это вот все выдернули, и для наших детей, и тем более внуков, этого не будет. Да. Это будет просто страна Украина, страна Грузия, это будет страна Казахстан, например. Это просто будут страны. Бог бы с ним, это не ничего да, страшного. Главное, во-первых, главное, чтобы были страны. Главное, чтобы... Просто мне очень жаль вот то вот родное культурное пространство, которое в том числе угробили. Вот. А ведь можно было так по-умному все сделать, уважать как-то. Вот. Все-таки уважать в прочих республиках право на существование, на самоопределение. Это и есть нарушение границ, ну, то есть в полном смысле этого слова. То есть оно у нас в России отсутствует у большинства людей, понимаешь? Вот это ощущение, что мои границы непоколебимы, и я поэтому, зная про свое, никогда не нарушу чужие.
То есть нарушение границ, оно в каждом человеке. Вот от чего нам всем придется в этой России будущего, до которой, мне кажется, я уже не доживу, по-моему. Но смысл будет в том, что каждый человек должен будет пройти тяжелейший путь работы над собой, перестать тыкать пальцами в других людей или в другие страны, сесть уже спокойно, разобраться со своим говном. Сколько мы сегодня слов запрещенных с тобой уже. А вообще? Ой, ужас какой-то. То есть ты разберись вот с этим своим, внутри которого ты плаваешь. Чего ты, во-первых, зачем ты начинаешь им бросаться во все стороны? Во-вторых, куда ты лезешь такой запачканный к другим? Ну, как бы вот это, очисти свое. А это очень сложная работа. Это сложная, тяжелая работа над собой. Да. Которая, блин, знаешь, не все... Гораздо удобнее сидеть и кидаться какашкой. Да, вот самая большая война – это война, которую ты выигрываешь у себя. Это ежедневный бой, это ежедневная борьба с собой. Это же то, что ты просыпаешься, заставляешь там что-то убрать, что-то сделать и прочее. Это ведь война. И просто, видимо, кто-то к этой войне был не готов, а начинать всегда нужно с себя. И, в общем, да блин, да все же было хорошо. Мы в 90-е годы, сколько бы дров не было наломано, мы почему-то верили, что вот оно настало, вот это время перемен. Подули, наконец, ветра свободы. И делай, что хочешь, живи, что хочешь, и меняй все так, чтобы было как, чтобы было как у нормальных людей. Меняться страшно и не хочется, понимаешь? Это ты смелая такая, хрупкая, длинная, можешь себе позволить. А так-то людям страшно и не хочется меняться. Это удобно же очень жить вот так. Чего вы там к нам лезете? Ладно, во-первых, мы договаривались с тобой не плакать. Ты чего, блин, без команды? Да, чем у тебя там написано смайл. Мы сейчас прямо растечемся в улыбках и будем сидеть. Мы уже про утешение, да, Таня? Мы про утешение говорим. Вот давай тебе-ка я еще все-таки будем уже заканчивать, хотя мне здесь пишут, пожалуйста, Татьяна, позовите Нарине еще. Она вообще-то еще и не ушла, чтобы ее уже сразу еще позовите. Вот смотри, тебе два таких серьезных вопроса. Один от Стаса. Нарине, извините за вопрос. Смогут ли армянские и азербайджанские народы зажить в мире? Что надо сделать для мира? Смогут, я в этом абсолютно уверена, потому что... В Москве же диаспоры, в общем, достаточно хорошо существовали, и не только в Москве, и в Грузии, и в Украине, и везде, где есть армянская, азербайджанская диаспора, в принципе, нормально люди существовали. Тут уже другое дело, что это очень беспокойный регион, там мир не нужен, там нужна война, там нужно, чтобы постоянно было напряжение главным игрокам, которые вот этим регионом управляют. И если бы, допустим, 10 лет назад Грузии удалось как-то вырваться, и я радовалась, я думала, что вот у Грузии получилось, то и у нас получится. Сейчас я вижу, что идет откат. И меня это чудовищно пугает, потому что я понимаю, что вот то, вот, во что я верила, да, почему я хотела, чтобы моя страна тоже пришла, что вот это превращается в правду. Ой, боже мой, какая я была счастлива, когда у нас случилась революция, Таня, это было такое счастье. Но тут еще проблема в том, что везде пока сидит вот эта постсоветская номенклатура, в которой там только циферки, понимаешь? У людей нет ответственности за страну, они не понимают, что такое государство. Они думают, как вот сюда своего сына посадить, туда, значит, тещу, а там работала, вот, я не знаю, подруга жены, и чтобы все было под контролем. Ну, страной так не управляешь. Поэтому, если я буду самым счастливым человеком, если случится мир на Кавказе. Знаешь, да, ты вот говоришь про... Все равно, да, хоть какой мир, это лучше, чем... худой мир лучше, чем война. А вот ты говоришь про то, что откаты... Знаешь, я подумала, что вообще-то говоря, всех нас в терапии, кто в терапии, да, там, всякой психотерапии или любой другой, нас учат мысли, что откаты – это тоже часть терапии, прикинь. То есть это тоже чему-то тебя учат. Вот ты посмотрела, как оно все откатывается сейчас в Грузии, мы смотрим, да, и думаем, так. То есть, короче, когда мы начнем строить свободную, счастливую Россию будущего, мы уже будем такие наученные, ну, я не знаю, правда, получится. Такие откатанные. Откатанные.
Ты сказала, обкатанные или обкатанные? А выбирай, что больше тебе нравится. Все, давай, я поняла. Короче, все, что там под баклажаны поджигают. А вот тут тебе уже пишут люди, которые всегда рядом. Спасибо за эту книгу. Прожила это вместе с вами. А дальше тебе пишут, а ваша понаехавшая просто чудо. Ну все, все. Наверное. Напомнили, я уже забыла про какие-то книги. Мне все напомнили, все припомнили. Да, да. Припомнили, так что да. Слушай, вот серьезно, можно еще вопрос? Елена Осипова спрашивает, Элина, простите. Нарине, дорогая, расскажите, ну не знаю, твой ли это опыт, как прощаться с родителями и как сохранить их? Слава Богу, мои родители живы, и я бы хотела, чтобы они жили как можно дольше. А страх чудовищный, он с тобой живет всегда. Мои друзья теряли своих родителей, они помнят, когда у тебя папа ушел. Это было такое горькое, горько, тяжело очень. Ты написала какие-то очень правильные слова. У меня прям слезы катились, когда я читала. Я не хочу этого знать. Я чудовищно этого боюсь. Но я понимаю, что это часть жизни. От этого не убережешься. Что я могу сейчас делать? Меня там маме с папой за 70. Это уже люди с каким-то... У них свой психотип, допустим. У них уже какие-то свои привычки. В том числе они уже сейчас как маленькие дети. По любому поводу постоянно с тобой капризничают, не соглашаются. Можно, конечно, бесконечно их пилить. А можно принимать такими, какими они есть. Стараться сделать легче их жизнь по возможности. А дальше уже придет время, мы тоже уйдем. Ну что поделаешь. Это, видимо, вот часть вот, взросления человека. Наши дети тоже когда-нибудь это испытают. Да, забавно все это. Но мы почему-то про это все время забываем как-то так, знаешь, что мы все... А потому что человек думает, что он, наверное, вот тоже в самосохранении, ты думаешь, что ты вечен. По крайней мере, до поры до времени. До поры до времени, да. Но ты вечен. Так, вот Светлана Снежко пишет, что смотрит нас из Киева. Привет, Светлана, привет Киеву, нашему любимому, господи. Просто я тоже обожала его до войны, и просто такой был светлый для меня всегда город. Я всегда просто так рвалась туда по каким-то там командировкам или чему-то там. И, кстати, ни разу не приезжала просто так без дела. А, кстати, там, мы когда там были, там у нас был потрясающий экскурсовод, и он рассказывал, что я не помню, кажется, в Софийском соборе. Я не помню где. На стене есть маленькая-маленькая такая запись. «Прости меня, Боже, за то, что я грешу». И ниже мелким штрихом, и за то, что буду. Даже это так прекрасно. Это невозможно, это так про людей, это такая самоирония, и такая, в том числе, какая-то простая, наивная человеческая хитрость, да? Прости, еще авансом немножко. Мне это так понравилось, я прямо это несу у себя в душе, и думаю, это же целая философия, да? Да, это очень круто, но когда у тебя много сил, чтобы прощать, ну, мы сейчас с тобой не соревнуемся с Богом, да, но есть много же очень моментов, когда тебе делают больно, много людей, когда, которые тебе делают больно, и вот это очень сложно, знаешь, иметь столько сил, чтобы сказать, да, прощаю, благодарю, пошли дальше. Сил на это не всегда хватает. Главное, чтобы ты в этом прощении не нуждался. Чтобы ты не ждал... Нет, я имею в виду, что ты не ждал, чтобы кто-то попросит у тебя прощения. Вот это очень важно. Действительно, вот это искусство отпустить, оно очень важно. И когда в какой-то момент ты учишься, не сразу. Я помню, сколько раз, значит, я стояла перед зеркалом и отвечала. Как нужно было ответить. Нет, вот так, а вот так посмотреть. Нет, а лучше вот так. А ты, овца, там не смогла ответить. И вот приходит момент, когда ты понимаешь, что это все тебя не касается. Человек, который тебя обидел, он на самом деле обидел себя. Который нахамил, он нахамил себя, а не тебе. Вот в тот момент, когда вот эта правильная граница, барьер уже выставлен, уже чуть полегче.
Тут начинаешь про детей беспокоиться, что у них этого барьера еще нет. И не научат этого барьера расти, расти. Причем через эти их боли и ошибки, на которые ты просто смотришь и говоришь, ну все, я уже ничего не могу для вас. Да. До 7, до 8 лет как-то еще вытирать ваши коленки, точнее промокать, когда вы их там били. А сейчас уже все, это ваши шишки, это ваше все, я ничего не могу, блин, это так больно, кошмар, конечно. Да, если еще есть 2 минуточки, я расскажу. Да. Я летела из Армении в Вену, и, значит, в кресле передо мной прямо сидела совершенно чудесная пара, мужчина и женщина, молодые, недавно женатые. Мы всю дорогу укрывал ее, то, значит, одеял мукой, то чуть-чуть отогнет краешек. И прямо надышаться на нее не мог. Мне такое, так приятно было за этим наблюдать. А в Вене очень короткое, мне нужно было дальше в Штутгарт, очень короткое время пересадки. То есть там у тебя 30 минут, если самолет вовремя, а самолет опаздывал. И у меня было всего 17 минут. Всего 17 минут, и я понимала, что там еще нужно таможенный контроль снова пройти. Снова. То есть и добежать до своего гейта, у меня еще колено болело. И я понимала, что я не успеваю. И я попросила вот эту прекрасную пару, этого чудесного, совершенно влюбленного молодого человека, меня пропустить вперед, чтобы я успела. Боже мой, он открыл рот и столько всего наговорил всякого. А я такая охреневшая, смотрю на его жену и думаю, боже мой, вот сейчас тебя ведет, наверное, со мной так, как через 2 года будет вести. Да? Она об этом не знает. И ты даже если ей скажешь, она не поверит. Ты скажешь ей, беги. Это ее опыт. Она должна его получить. Это сделает ее сильнее. И я бежала, бежала в этом аэропорту. Я все-таки ему сказала, что заткнись. Пусти армянскую женщину вперед. Я, в общем, добежала до своего самолета и долетела, и все дела. Я вся дорогу думала. И мне было, с одной стороны, неприятно, а с другой стороны, я думала, смотри, он тебе показал пример, каким не должен быть мужчина. Смотри, какой у тебя, допустим, муж, да, он никому никогда не откажет, а там каждую бабушку, там, которая там нужна в автобус, и у нее там сумки, все дотащит, все ее. Он тебе показал, насколько у тебя все хорошо в твоей жизни. Он тебе именно поэтому встретился. Вот если дожить до того, чтобы уметь отличать, чтобы уметь извлекать пользу из всего. Вот мне кажется, это очень важно, чего я и желаю нашим зрителям, нашим слушателям любимым. Ребята, вот очень важно не допускать в себя вот это, то, что пытается нас разъесть. Это агрессивная среда. Если не впускать, то вот это вот то, что вы излучаете в ответ, его будет все больше и больше. Я в это верю. Я знаешь, очень важно, мне еще кажется, я не смогу с тобой расстаться, по-моему, потому что, знаешь, вот эта вот фраза, которую там Олечка моя говорит все время, типа, береги себя. Я вот про нее думаю, она, знаешь, такая, это, мне не нравится, что она такая автоматическая, все пишут там, береги себя. Че, блин, как мне... Ну, то есть, и я ее развила в том плане, что беречь себя, именно оберегать и беречь себя как нечто очень хрупкое и очень ценное, как вазу, понимаешь, хрустальную. И ты ее, то есть это ты, но ты к ней относишься вот так, знаешь, аккуратно ее переставляешь там, с места на место, протираешь тряпочкой как-то там еще. И вот это именно береги себя для того, чтобы у тебя внутри, в этом сосуде, да, вот, вот это тоже береги, чтобы тебе можно было туда как-то его наполнить. Вот для этого там себя, ладно, черт с ним, с вазой не обязательно, но именно беречь, оберегать себя от того, что тебя разрушает. Она просто заботится о тебе, она не может до тебя дотянуться, и как тебе помочь. Она тебе просит... Оля. Оля, это она тебе написала, она тебе написала, береги себя. А, береги себя. А, я думаю, она каждый раз тебе говорит, береги себя. У меня муж тоже Оля. Он когда даже там уходит на работу, говорит, береги себя. Мне тоже, у нас же такое советское, понимаешь, ну, береги себя, каждый день береги себя. А потом я поняла, что это просто, ну, своего рода забота. Вот меня рядом не будет, береги себя. Я вернусь, и ты будешь
уже можешь не беречь. Да, да, да. Дальше уже я буду беречь. Мне кажется, это очень важно. Пока меня нету, веди себя прилично и береги себя. Веди себя плохо, как говорит моя подруга Вика. Веди себя плохо. Мне хочется быть... Я хочу, чтобы мне было стыдно за тебя. Это у меня такое напутствие. Господи, почему у меня нет такой подруги? Я тоже такой... Так, вот Ольга Бурмистрова пишет: пожалуйста, все, кто смотрит этот эфир, давайте сделаем все, что зависит лично от нас для прекращения войны. Все, что в наших силах, каждый на своем месте, по своим возможностям. Здоровья всем. А вот БС пишет: мне стало с вами лучше. Спасибо, это очень утешает. Да, эфир закончится, Нарине пойдет к баклажану, а мне даже пойти некому. Это я про себя. Поэтому заранее прошу, позовите еще раз ее. Ладно, у нас следующий будет кулинарный эфир. Позову тебя. Пишет Наташа: Наташа, спасибо за эфир, дорогие, не могу оторваться. Я тоже не могу оторваться. Ну, я надеюсь, что люди, по крайней мере, поулыбались, и им стало действительно попроще. А можно я покажу птичку, Таня? Давай, я показывай птичку. Смотрите, какая у меня птичка. У меня совершенно чудесная девочка в интернете, в Фейсбуке Аврора, которая... Она рисует, у нее все картинки такие, у нее летающие какие-то такты, у нее какие-то девочки, у нее какое-то небо. А вот, а когда началась война, Аврора надолго замолчала, она ничего не рисовала. И у меня есть любимые люди в интернете. Я могу не говорить, что, допустим, там чего как, но я за ними наблюдаю, мне важно. И вот в какой-то момент Аврора стала вывешивать вот эти вот рисунки. И я, когда увидела этих птенчиков ее, я расплакалась. Она об этом даже не знает. И я ей написала, говорю: Аврора, пришли мне своего этого птенчика украинского, я сделаю себе футболку и буду в ней ходить. И вот у меня теперь вот этот птенчик тут у меня на груди. Главное, я когда пошла печатать вот этот принт делать, в общем, ты там работник, на этот знак поддержки, я говорю, да. То есть вот тут в Германии люди заточены на эту помощь, и везде можно увидеть и флаги, и все. Это знак поддержки, я говорю, да. Вот, и мне было очень приятно. В общем, я желаю вам всем таких птенчиков, вот таких вот, прямо они такие смешные, и чтобы жизнь была такая нелепая, прекрасная, волосатая и смешная. В описании будет ссылка не только на твой Инстаграм, на твой Фейсбук, где ты живешь, в общем, плотно. У нас будет ссылка на рецепт баклажан. Хорошо. И ссылка на эту прекрасную Аврору, потому что прекрасные птенчики совершенно. Да, вообще. Счастье невозможное. Ладно, мышечка моя, давай заканчивать. Мы с тобой 1:40 уже трепимся. Нам все продолжают писать. А, нет, вот Ольга Троицкая уже написала: пора работать, я пошла. Мы тоже пойдем уже. Оля, подождите, мы тоже уже уходим. Нет, мы первые уйдем, Ольга. Да, нехорошо. Ольга ушла, и что мы тут будем сидеть теперь? Вдвоем без нее. Ладно, душа моя, я очень тебе рада. Я так люблю, когда ты улыбаешься, это, конечно, очень хорошо. Да, это был большой подарок для меня тоже. Всех целую, всех обнимаю, всем спасибо. Будем жить дальше. Будем. Да. Давай. Пока. Пока-пока. Выходим. Или я еще... Нет. А, блин, как обычно, господи, это же прямой эфир. Слушайте, я безумно вам благодарна за то, что мы с вами провели сегодня прекрасный вечер. И Нарине, конечно, мы действительно с ней давно очень знакомы, забыли даже упомянуть, что мы теперь уже бывшие попечители Фонда Созидания, много-много лет с ней вместе, бывшие, потому что Фонд Созидания приняли решение, что у них теперь нет попечителей, потому что очень много из этих попечителей поддерживают Украину, и некоторые даже иноагенты. Так вот, Нарине тоже как бы член, мы там с ней познакомились, она попечитель Фонда Созидания. И, конечно, вот такой разговор, который мы сейчас не составили, он бы, наверное, без вас бы не случился. Ставьте лайки, короче. Все. Все молодцы. Спасибо, спасибо всем большое. Всем стало тепло на сердце, и мне тоже. До встречи через неделю.